Ночью в Лесозаводске водитель Nissan Tiida проигнорировал требования полицейских об остановке и попытался скрыться. Началось преследование. Ночью, во время несения службы сотрудниками госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России Лесозаводский, в районе дома номер 5 на улице Пушкинской было принято решение об остановке автомашины Nissan Tiida для проверки документов. Водитель проигнорировал законное требование сотрудников полиции и, увеличив скорость, попытался скрыться. Сотрудники госавтоинспекции неоднократно требовали водителя остановиться, однако он лишь увеличивал скорость. Уходя от погони, лихач, не справившись с управлением, съехал с дороги и врезался в забор частного дома. После отказался выходить из машины и оказал сопротивление. Установлено, что 38-летний приморец ранее уже был лишен водительского удостоверения за нетрезвую езду. Освидетельствование показало, что водитель вновь управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Злостного правонарушителя привлекли к ответственности по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Подразделением дознания межмуниципального отдела МВД России Лесозаводский возбуждено уголовное дело по статье 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющему судимость. Материалы об оказании сопротивления инспекторам направлены для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Автомобиль помещен на спецстоянку. Олег Завьялов, новости на Восьмом.